За последние 20 лет процесс газификации российских регионов заметно ускорился. До 2000-х годов его темпы составляли менее 1% в год. А уровень обеспеченности регионов газом находился на отметке менее 50%. Тогда как сегодня в России самый высокий процент газификации в мире. К 2024 году этот показатель достиг 89%, а к 2030 году регионы будут газифицированы на 100%. Газ уже бесплатно подведен к границам 1 100 000 участков. А льготным категориям граждан помогают и с проведением коммуникаций внутри участка. Кроме того, теперь газ подводят и к садоводческим товариществам. В отдаленных северных и дальневосточных территориях сетевой газ появится только через несколько лет. Поэтому жителям предоставляют субсидии на покупку экологичного отопительного оборудования. Также в стране активно модернизируют коммунальную инфраструктуру. По ФЕД-проекту «Чистая вода» построят и реконструируют около 400 крупных объектов водоснабжения. При этом в стране уже построили и модернизировали 1183 объекта, а к концу года их станет 1413. Благодаря этому доля жителей, обеспеченных чистой качественной водой, достигла 88,6%. А для городов этот показатель вырос до 94,9%. Хороших вам новостей!